По многочисленным просьбам жителей района Занари на улице Чернышевского сегодня открыли дополнительный офис Мособл ЕРЦ. Для удобства населения доп-офис появился в здании торгового центра. Ежедневно будут работать два специалиста. Также установлены терминалы для оплаты квитанций. По поручению главы администрации его заместитель Роман Рязанцев присутствовал на открытии и перерезал ленточку. Появление офиса очень важно, был запрос жителей, было много обращений и в администрацию, и в управляющую компанию по поводу открытия офиса, для того, чтобы жителям было более удобно и оплачивать, и решать вопросы по начислениям, в том числе как бы получать какие-то консультации. В ближайшее время доп-офисы появятся еще и в Ивановских двориках и в районе вокзала. Мособл ЕРЦ напоминает, что уже все жители могут пользоваться всеми услугами посредством личного кабинета на сайте. Уже в течение 3 месяцев производим перевод расчетов из исторического биллинга, такое модное слово, биллинг основной, то есть расчетная программа. И поэтому вот уже практически 80% управляющих компаний и контрагентов рассчитываются в новой программе, для что это дает нашим жителям. Они могут пользоваться всеми возможностями личного кабинета, который создан на сайте Мособл ЕРЦ. Показания приборов учета, видят всю историю платежей, видят историю начислений, могут оплачивать на сайте без комиссии, передача показаний приборов учета. Мы обещали, что с приходом Мособл ЕРЦ несколько все поменяется в лучшую сторону, на самом деле так и происходит. Пользуясь случаем, я приглашаю всех должников по оплате за жилищно-коммунальные услуги посетить этот офис, узнать свою задолженность и немедленно ее здесь оплатить. И в честь такого праздничного дня по открытию дополнительного офиса всем оплатившим задолженность, полную задолженность до конца октября в этом офисе управляющая организация спишет пени.